Всем привет, меня зовут Анастасия Гаспарович. Недавно я вернулась со школы, и мне мама с папой привезли бонстиков. Вау! Целых 3 пачки. Покажи. И там находится... Вот такая вот игрушка липучка. Честно сказать, когда я первый раз увидела, мне вручили на кассе вот такой пакетик, я думала, это что-то сладкое, вкусное, но оно такое вздутое и, наверное, уже срок годности истек. Мне было очень стрёмно это ребенку давать, но наша Настя тут же сказала: «Мама, это круто, это такая игрушка». У меня есть альбом для их хранения. Показывай. В нем у меня хранятся все мои бонстики. Бонстики. Показывай. Здесь вся моя коллекция. У каждого есть свой домик. Да, и надпись. А еще здесь есть игра. Круто. С ними можно поиграть. А еще мы купили кубики сюда, да, чтобы можно было и поиграть. Они тоже там продаются. Круто. Ну что, начнем распаковывать? Давай, интересно. Повторяшки будут? Вот у нас уже 2 повторки есть. Так, что же? Давай. Та-дам! Ура, поросенок! Вау, какой он розовенький. У нас еще такого нету. Давайте его положим. Где у нас там? Вот Хрюня. Поросята. Хрюня. Его зовут Хрюня. Показывай. Вот. Хрюня. Приподними чуть-чуть, а то плохо видно. Хрюня. Угу. Розовый поросенок. Ну давай, с нетерпением ждем еще. Так, что у нас там следующее? Ушан. Он у нас уже есть. Ну круто, у тебя теперь 2 ушана. Я поменяюсь. Со мной? Нет, с подружками. У них, подружки, наверное... твои тоже собирают? Да, бонтика. У них, наверное, такого нету. Открываем третий. Давай. И последний. Ну, не последний. Третий. Желтопуз. Ух, как много этих желтопузов развелось. 3 желтопуза, 2 ушана. Да, такие смешные. Да. Сегодня нам попался Хрюня. А кто тебе еще нужен? Мне нужны... Покажи, подними коробку, чтобы я могла видеть. Лупач, завр, лупач, завр, крол, крол, злюдень, кудряш, цыпа. Ой, цыпа. Барян. Барян. Интересные названия какие. Да. Скалли, тетеха, рав, лимпо, квакер, рык и хобу. Ну, совсем чуть-чуть. Круто! Поздравляю! Да. Спасибо. Моя подруга сказала, что у нее нету желтопуза. И, наверное, завтра мы с ней поменяемся на крола. Так что у меня будет крол или еще кто-нибудь. Ну все, всем пока. Я надеюсь, что это будет не последнее видео. И будет еще много распаковок. Все, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.